ICO маркировки. В Твери для представителей розничной торговли прошел бесплатный семинар «Маркировка табака для ритейла». С 1 июля 2019 года вводится обязательная маркировка табачной продукции. Это первый этап системы, введения системы маркировки в России. Актуальный семинар провели Министерство промышленности и торговли России, оператор системы цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий. Группа компаний «Визард» выступила официальным партнером Всероссийской конференции в Тверской области. Мы являемся в этой области специалистами и готовы ответить, поддержать, все проконсультировать по интересующим вам вопросам. Причем не только рассказать, но и показать. В рамках семинара состоялась выставка продукции компании «Атолл», которая поможет решить все проблемы, связанные с подключением к системе цифровой маркировки табачной и другой продукции. На стенде представлены все решения, которые уже компании «Атолл», которые уже поддерживают маркировку. Есть двухмерные сканеры, есть программное обеспечение, есть POS-системы, то есть все, что здесь есть, кассы, да, все они уже работают с системой маркировки. Семинар вызвал большой интерес и собрал в конференц-зале бизнес-центра «Тверь Геофизика» предпринимателей из Твери и других городов области. Возможность услышать и официальную информацию, и в том числе, кто как делится опытом по внедрению, потому что пока еще идет переходный период. Во время семинара его участники узнали о правилах и нюансах продажи табачной продукции при переходе на систему цифровой маркировки. Предприниматели получили возможность задать экспертам и актуальные для себя вопросы. Проблема, что ли, вижу в том, что разные поставщики подключены к разным системам документооборота. И, соответственно, увязать их все вместе – это единственная возможная проблема. На все вопросы, которые еще остались после этого семинара, у игроков рынка оптовой и розничной торговли при переходе на государственную систему цифровой маркировки всегда готовы ответить группе компании «Визард». Обращайтесь в группу компании «Визард». Мы окажем квалифицированную помощь, поддержку в подключении, расскажем все, что знаем.